Приветствую всем. Вот такое у нас есть окошечко. Это стенка у нас получается, она не несущая, она является, по всей видимости, насколько я понимаю, вентиляционной шахтой. Есть у нас выход вентиляционной шахты в квартиру нашу, в которой мы делаем ремонт. Заглядываем в него и видим соседнюю квартиру. Вот сама шахта пошла наверх, внизу ничего нет. Что у нас получается? Квартира довольно большая, но показывать не буду, она большая, поверьте на слово. Будет полностью делаться звукоизоляция. Звукоизоляция – это весьма недорогая штука. На сегодняшний момент насчитали плюс-минус 1 миллион рублей звукоизоляции. И, скорее всего, ценник будет расти в плюс, потому что нюансов здесь очень много. Что мы получаем? У нас здесь толщина, ну, пускай в пол кирпича, да, здесь пол кирпича есть. Отсюда вытяжку, получается, нужно полностью закрыть, потому что в противном случае, если там они ее будут использовать, мало того, что сюда будет выходить все запахи и так далее, более того, вся шумоизоляция пойдет на смарку. Для чего здесь делается шумоизоляция? Как раз-таки от соседей. От музыки, которая может быть включена, от бегов, криков, так далее, так далее, так далее. То есть вот такое небольшое окошечко буквально в пол кирпичика размером может погубить сполна 1 миллион рублей и более. Вот. Вот такой вот привет передали нам то ли строители, то ли проектировщики. Сейчас уже сложно сказать, чей косяк. Если косяк проектировщиков, то вообще очень странно. Возможно, это косяк строителей, и каким образом принималась такая технология, я тоже удивляюсь, так скажем. Ну все, всем спасибо.